В Великом Новгороде сегодня стартовал благотворительный фестиваль «Свет лучезарного ангела». Вплоть до пятницы в новгородских кинозалах пройдут показы анимационных и художественных фильмов. А стартовал форум с мастер-класса по мультипликации. Его для школьников провела художник студии «Пилот» Наталья Соколова. Создание даже самого короткого мультфильма – это очень долгий и трудоемкий процесс. Например, чтобы получился 13-минутный анимационный ролик, уходит порядка 9 месяцев. Сегодня впервые в Великом Новгороде художник-мультипликатор студии «Пилот» Наталья Соколова провела мастер-класс для детей. Ребята попробовали слепить фигурки из пластилина и узнали о многих закадровых секретах. Их задачей стало за 2 часа сделать 2-минутный видеоклип. Можно фантазии реализовать свои, то есть любые творческие. Ну, вообще здорово, когда фигурка, которая неодушевленная, берешь и как бы вдыхаешь в нее жизнь, она живет, двигается, может иметь какой-то характер, какую-то историю свою. То есть это вообще очень интересно. Развивает внимательность. Некоторые ребята профессионально занимаются лепкой. И, как все дети, любят смотреть мультфильмы. И так совпало, что и навык отточат, и попробуют создать свой, хоть и небольшой, но все же анимационный фильм. Кто знает, может, в будущем это станет их профессией. По моему мнению, это очень интересно. Делать фигурку, потом их двигать, это очень красиво. Мастер-класс прошел в рамках благотворительного фестиваля «Свет лучезарного ангела». С 21 по 25 октября в кинотеатрах Великого Новгорода будут представлены анимационные, игровые и документальные фильмы, участники и лауреаты основного международного кинофестиваля, проходящего в Москве. В Великом Новгороде этот проект реализуется впервые. Вход на все кинопоказы и мероприятия свободный. Анна Кладникова, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.